Итак, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон, и у меня, короче, был челлендж, то есть я сразу вам это рассказываю, чтобы без всяких там долгих вступлений. Я хотел в новом сезоне отыграть на основном своем аккаунте на Щегольке 100 боев в агрессивной стойке, то есть агрессивно прямо идти на оппонента, пытаться его рубить, да, в каких-то моментах типа отходить назад, но в основном рубиться агрессивно. Я сыграл сейчас 99 поединков, недавно я был на 10-й строчке, сейчас меня сдвинули на 11-ю. То есть у меня было 2160 очков, примерно так где-то было, то есть это топ-10, топ-9. Сейчас это 11-я строчка, и как вы видите, у меня 80 побед, 19 поражений. Это не самый крутой рекорд, я считаю, это вообще говно рекорд. Ну, максимум можно иметь одно поражение к 10 победам. Это нормально. Это было бы, если бы я 100 раз победил, то есть 90 раз победил и 10 раз проиграл. Но здесь, как видите, вот, да, вот типа, например, выиграл, ему проиграл. Потому что где-то получилось, где-то у меня сконтратаковал, я ему проиграл. Такой вот стиль, друзья. И сейчас мы с вами сыграем 100-й поединок. Очень хреново то, что сейчас будет тяжелый, полутяжелый вес, но... У меня потом не будет времени на это, потому что этот челлендж, он стоял на начало, так скажем, сезона. Я не знаю, сколько сейчас прошло, может быть, неделя где-то примерно. Уже ранкет. Не то, что он устаканился, но сейчас 2200 это хороший результат, потому что вы видели верхушку, там уже забрались ребята на 2400. Я не помню, сколько там Райхан, давайте глянем. Райхан взял сколько? Райхана сдвинули. Вот, 2400, то есть, ну, ранкет... Не сильно устаканился. Сильно устаканился — это когда 2700, 2800, 2900. Вот тогда уже нужно набирать там 2600, 2700, 2800, чтобы попасть в топ-10. Сейчас этого, ну, невозможно прям сейчас столько набрать. Сейчас 2050, 2150, это топ-10. Также хочу напомнить то, что у нас есть с Денисом Telegram-бот, в котором мы продаем гайды. Сейчас их доступно 15 штук. Пак профессионала дает вам скидку в 20%. Плюс ко всему этому он дает 20% скидку на следующие... эти гайдецы. Поэтому, если вы хотите сэкономить время и деньги, то этот пак именно для вас. Так, Сирилган у нас с вами 99 уровень. То есть я беру здесь Фрэнсис Нгану. Я вам так скажу, что я старался пропускать тяжелые и полутяжелые веса. Я играл в легком, полулегком, средний, полусредний, да. Бывало еще играл в женских весовых категориях, пропускал тяжелые, потому что здесь агрессировать очень тяжко. Кама Пуля, это прям вот 1-1 у нас с ним, как вы видите, это прям я даже не знаю. Мы сейчас провели, кстати, шоу «Клетка», и Кама Пуля просто попадает, так скажем, на финальный, это финальный босс. Финальный босс Кама Пуля. Мне придется играть, пытаться агрессивно, он тоже это делает. Посмотрим, что я смогу сделать. Я после шоу. Поехали. Хорошо. Хорошо. Где-то нужно лететь, где-то нужно... Так. Нужно молчать. Бля, он хотел бороться, это очень хуёво. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорош. Just a killer jab there from Francis Ngannou. I don't know about you fighting this guy, man. Aren't you coaching high school wrestling instead? Yeah, I'm coaching Gilroy Mustang. When you say Ngannou, I say, I got a tournament this weekend. I'll spend that time. What a fantastic strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Go finish it. Oh, significant strike attempt there, but a huge block. Так. Well, he continues to find the openings tonight. Beautiful connection with a punch there. Accuracy at its best. Wow. Big knee lands there. That knee hurt him. Now goes in. Бля, я хочу в стойке стоять, сука. Ну, блин. Это такой стиль, который... Ну, очень тяжело реализовывать в тяжелом весе.
Ну пиздец. То есть у меня пока все охуенно, пацаны. Бля, ну что ж такое-то? Well, you know, I don't like the gi very much, but I have an appreciation and a healthy one for these type of trainings. Oh, he's attacking guillotine. Ебать, она у меня расширена! Oh, we're getting a finish here. Да я не расширяю ее так, блядь! And this might just be a matter of time. Охуеть, у меня... Просто шок. Короче, как говорится, кама-пуля не меняется. Бля, очень обидно. Давайте ему предложим сыграть в стоечке один раз. На каких-нибудь конорах. Короче, на 24-ю строчку меня скинули. Но тут каждое поражение оно откидывает. И я вам так скажу. Агрессивный стиль приколен. Приколен. Но не всегда. То есть вот здесь нужно было немножко аккуратнее играть. Так скажем, защищаться от тейкдаунов и так далее и тому подобное. 100 побед, ой, 100 игр, 80 побед, 20 поражений. Это очень много для начала сезона. Но я играл очень быстро, вот в такой манере. Особенно, когда ты играешь в полулегком-легком весе. Давайте Каме кинем приглос. Давайте немножко закончим этот, ну, этот челлендж, типа, да. Это не челлендж, это просто проверка. Не самый прикольный стиль, честно вам скажу, потому что он не самый стабильный. Тебя могут ловить, тебя могут вырубать. Вот Кама Пуля, например, меня поймал на локте очень качественно и пробил меня. Также меня вырубают вот таким вот образом иногда, когда я заигрываюсь. Поэтому следующая будет, так скажем, попытка играть аккуратно. Но здесь мы играем на агрессии. Очень странно, как я ему не попал. Oh, and he connects with a punch there, DC. You like this guy. I like this guy a ton. And to watch his punch like this puts a smile on my face. That jab is fast. Look at that jab. He blocks the punch. Look at him drive his shin into his opponent's body with that body kick. Good series of strikes for him there. Staying busy and staying accurate. I mean, the accuracy is unbelievable. Over and over. Хорош. Так, я стамина много потратил. Strike by McGregor there. I mean, Conor McGregor is a fantastic striker, and once again, that skill is on display. This striker has come out swinging, and he's a very aggressive guy, but you gotta be careful, I would think, to not overextend. Как я не попал только что? This guy knows that he can secure finishes on the feet, or he gets taken down to his back. But ideally for him, he wants to be knocking guys out. Just over 20 total strikes. Have found the mark for Conor McGregor. Nice punch there by Conor. Goes upstairs for an elbow. Well, he continues to do a nice job here defensively, protecting his head, raising the guard, and really frustrating the offensive fighter a little bit. Lesson one in boxing class, hands up, chin down. Keeps going back to that jab, keeps throwing that jab, but unable to land. Oh, and he tags him with the straight hand there. Beautifully done by McGregor. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish down now. Yeah, but. Big strike lands. Now he looks to try to chase down that finish. Мне не хочет боец останавливаться. Вот видите, одна ошибка, я все. Ну, типа, не, как бы не до конца все, но у меня стамины меньше. Вот этим стиль этот тяжел.
You wonder if the offensive fighter is going to start to get frustrated here. Most, if not all, of these shots are getting blocked. They're getting blocked because he's fighting one of the best defensive fighters in the UFC. Conor McGregor gets absolutely melted by that head kick. Вот этим стиль этот тяжел. То есть я так и проигрывал. То есть тебя... Ты вроде бы нормально прессуешь, но тебя бац, и хороший игрок постоянно может контратаковать. Это прикольно. Поэтому я вообще не расстраивался, когда проигрывал кому-то. Вообще. Just out of range with the big right hand. Pretty good right hand. Oh, McGregor's lower jaw now starting to show signs of swelling. 48 total strikes have now landed for Conor McGregor. And landing with 35% accuracy thus far against Conor McGregor. Beautiful strike. Punch coming, it's blocked. Так, здесь, видите, мне нужно отходить уже назад. Oh, right oh. Мне нужен локте его поймать. Как он не попал, сейчас очень интересно мне. Хорош. Ой-ой-ой. Хорош, хорош, заебись. Колени тут нужны прям. Видите, а у меня только голова. Я не могу ему в корпус заходить. Кама красава. Я немножко вот тот момент проворонил. Пишет, бля, ебать трудно. Но мне тоже нелегко, братан. Alright, so here we go. Conor versus Conor. Very interesting stylistic matchup between two of the best strikers in the world. Yes, when you guys pick your characters, you sure went out on a limb. You both picked the same guy, and why not? He's the most played character and the best character on the video game. Good luck. Who's gonna hit that kick button first? Of course, DC closing that gap a little bit. A lot of people playing with you. Not yes, they are. Not as much as Conor McGregor, but I play with Conor McGregor. Timing his shots pretty well here early, DC. He's doing a great job of mixing things up, keeping busy, being very active. Nice land there by Conor McGregor. You know, DC, he's got a great frame for this featherweight division. Бля, я должен был его станить прямым. Reach, and he uses it pretty well, works off of that jab beautifully, and he is on point here tonight. The right hand just misses. Oh! He needs to start looking to finish now because he's got his... Не торопимся. Ну, блядь! Пиздец просто, блядь, читер, сука. Ну, блядь, это боковой был. McGregor's lower jaw now starting to show signs of swelling. Big, powerful punch lands. Now he gets back in range. So he's really starting to put together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes on. Blocks that strike.
Oh, big left hook there. Going for the spinning side kick to the body, but he missed. Бля, что это за анимация? Это пиздец. There's no tell on that leg kick. Well, he continues to do a nice job here defensively, protecting his head, raising the guard, and really frustrating the offensive fighter a little bit. Lesson one in boxing class, hands up, chin down. Just missed with the elbow there. Видите, я отъедаю ему голову, но я опять потерял, так скажем, из-за одного момента и стамины, и корпуса. Против таких сопов очень тяжело это делать. Ебать! Хорош. Выжил. Это просто шок. Ну вот, как-то так. Когда-то это работает, как я и показывал в начале. Когда-то это не работает. То есть, ну ебанутый стиль. Просто ебанутый стиль. То есть, ты можешь им выиграть, так можешь им и проиграть. Вот это видно по игре. То есть мы не берем в расчет предыдущую в тяжелом весе. Мы берем в расчет этих две игры. Кама Пуля где-то меня вырезал, где-то я его смог вырезать, блядь. Кама Пуля классно играет в стойки. Бля, у него вот эти обманки с Оксикотиком. То есть Оксикотик тоже со мной играл. Он, если вестись на его удары по корпусу, тебе будет пизда, пацаны. Он тебя просто разнесет. Alright, so here we go. Star power on both sides. McGregor versus McGregor. Always interesting when you have a southpaw fighting a fellow southpaw. Yes, it's going to come down to the foot placement, right? Who is going to be able to get control of the distance, be able to fight behind the jab? We know how great Conor is fighting behind the jab, but it's the left hand. Вот видите, сколько я ему блока оторвал. We'll get their hand raised. Right-left combo by McGregor. That's a big connection there for McGregor, DC. I mean, big strike landed for Ireland's favorite son, Conor McGregor. Nice punch by Conor. Good series of strikes for him there, staying busy and staying accurate. I mean, the accuracy is unbelievable. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the gentleman. Beautiful body kick landed right under the elbow. Try to establish that jab. Ooh-wee, what a right hand by this young man. Ooh-wee. I don't do that as well as you do. That's it, but man, he's coming out swinging tonight. He is bringing the heat. Looked like it did stun him a little bit. He's in trouble. He's hurt bad. Oh, nice right hand. They're going at it now. Just over 20 total strikes have landed for Conor McGregor. Big punch lands over the top. How's he gonna follow this one? Lands the right hand. Just missed with the elbow there. Вот она эта обманка. Came of inches right there, boy. Wow. It was a good night if that landed. Well, he continues to do a nice job here defensively protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the volume. His opponent sees the target, but he can't get to the target. So he'll continue to throw, and he'll continue to wear on his own gas tank. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Big, powerful punch lands. Now he gets back in range. Flush right hand is true.
Nice head movement to slip the left hand. Oh, nice left hand there by Conor McGregor. He's still got it. Yeah, he absolutely has it. He's one of those guys that understands distance management better than most. Хорош. Бля, он очень хладнокровно играет. Видели, какое у меня преимущество было? Out of range with that one. Oh, and he tags him with the straight hand there. Beautifully done by Connor. All right, so a nice shot there defensively to raise the guard and prevent any damage. Это был апперкот от него. Never leave where they're supposed to be. And if you do that, most times you will block the shot. That's Бля, это просто чел вообще. Вы видели, какое я преимущество имел? И как он его отработал? Ну, то есть я говорю, это жестко. Oh, another strike to the body. Not a lot of real estate there, but he found it. Nice straight punch. Well, DC, headgear's not a... Oh! Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish down now. Oh, nice jab. And he comes through with a big knee. Pretty good job by him there to raise the guard and block the strike, keeping those hands up to protect that cut in and around the eye. He has to keep his hands up. This is not by choice. This is mandatory. It is mandatory. This might be the biggest shot of this entire... He's out! Ну что? Вот такой вот ролик. Каме спасибо за бои. Если к нему привыкать, можно выигрывать. Но этот чел... Очень крутой в партере, он хорошо душит. И против него тяжело играть, когда он играет как смешанный стиль. Вот и все. То есть ему спасибо за бои. Но мне нечего сказать. Я просто в напряжении был. И мне нужно бежать. Это все происходит вечером после стрелки. Вот, спасибо ему за бои. Я ему еще голосовое напишу. Поэтому вот он пишет спасибо за бои. Тебе, братан, спасибо за ролик. Ну, типа, ты попал в ролик, как бы круто отыграли. Кама Пуля охуевший игрок. То есть я не скажу по этим боям, что, бля, я там круто отыграл. Типа, видите, этот стиль работает. Нихуя он не работает, когда тебя могут бороть, брать в клинч и так далее. Тебя могут просто отъебать. Вот как было с Нгану против Гана. Он меня взял и задушил. То есть я, может быть, там перегрелся, блядь, перенервничал. Но чувак задушил. Там я тоже его неплохо прессовал. Но... В первом бою, например, на Конорах, он меня отымел, потому что в некоторых моментах я, например, просел. И в этих моментах тоже был на грани, потому что это стиль такой. Ну а так, как обычно, с вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.